Две казанские канатные дороги включили в инвестиционный план Татарстана, первая из которых будет находиться на территории Корсен Казань-Арена, а вторая – железнодорожный вокзал Казань-1 Верхний Услон. В Казани презентуют технологии бесконтактной оплаты проезда в метро. Ожидается, что на всех станциях метро Казани проезд будет можно оплатить банковскими картами. Для этого их нужно будет приложить к ридеру на турникете. Альметьевский парк Шамсинур был признан лучшим общественным пространством России, а концепция развития набережных систем озера Кабан назвали лучшей идеей городского развития. В Казани пройдет третий этап чемпионата Кубка и первенства Российской Федерации по ралли-кроссу. Масштабное событие пройдет с 21 по 22 мая на автодроме «Высокая гора». Обновленный ракетный корабль «Татарстан» направляется в Махачкалу. Астраханский судоремонтный завод «Звездочка» завершил ремонтные работы на ракетном корабле «Татарстан». Корабль готов к боевому дежурству. Татарстан учредил национальную премию в сфере единоборств «Золотой пояс». Она станет высшей наградой в области боевых искусств и будет вручаться выдающимся спортсменам, тренерам, прославляющим Татарстан.